Всем привет! Так как у нас в самом разгаре ранняя капуста, будем готовить из нее. И сегодня мы приготовим тушеную капусту с фаршем и рисом. Итак, поехали! Для приготовления нам понадобится лук, морковь, рис, капуста и фарш. Заряжаем наш казан. И идем резать капусту. Добавляем чутка масла. Затем отправляем морковь с луком. И обжариваем в течение минуты 2-3. Прошло пару минут. Добавляем наш фарш. Прошло буквально 5 минут. Добавляем нашу капусту. Сразу же после капусты высыпаем рис. Так, чуть-чуть его надо. Только его прикрыло. Затем приправка универсальная. Примерно 0,5 литра воды. Закрываем крышкой и забываем на минут 20.
Прошло 20 минут. Перемешиваем. И оставляем еще минут на 5. Без зеленого, летом без зеленого лука и укропа никуда. Итак, прошло еще 10 минут. Добавляем лук с укропом. Перемешиваем. Накрываем крышкой и снимаем с огня. Даем отдохнуть минут 10. И блюдо у нас готовое. Время дегустации. Итак, у нас сегодня получилось очень легкое приготовление и очень вкусное блюдо. Обязательно надо добавить сметанки. Это просто без нее никуда. За это время рис идеально готовится. Капуста протушивается, потому что она ранняя. Все очень вкусно и очень быстро. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!